Sunstrike.net – это топовые вещи из доты, которые будут у тебя в инвентаре. Это самые четкие имморталы, которые выпадают не только в рекламе. Здесь ты можешь пополнить счет своими вещами из доты или КС. А еще вас ждет уникальный Sunstrike кейс, который окупается абсолютно всегда, в 100% случаев. Попробуй новый режим TrueSight. Здесь всего за 3 клика можно поднять что-то реально крутое. Настало время выигрывать. Переходи на sunstrike.net по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья. Я сегодня играю в соло. Буду играть на Кунке Медовом. Приятного вам просмотра. Кстати, не очень приятно. Лайнап у меня на линии. Но ничего страшного. Нужно будет прикупить нам себе тапочек, скорее всего. Стоя против макаки. Хотя против макаки я не думаю, что у меня, в принципе, должны быть проблемы, если честно. По идее, мы должны стоять довольно комфортно против него. На тебе приятную подачу небольшую. Ах, не успею крипа зафармить. Жалко. На тебе. Так, пока что у меня все хорошо. Все будет зависеть от того, что он себе принесет на мид. Если он принесет себе тапочек, то, соответственно, мне нужно будет приобретать себе тапочек, иначе у меня будут проблемы. Но хотелось бы, конечно, мне... Ого. Хотелось бы мне, конечно, ботл приобрести. Я попал по нему. Спасибо. Оп, если бы я еще и этого задонаил, было бы вообще шикарно. Так, я не буду рейндж крипа подводить под вышку. А, мне... Ого. Интересно, какой-то парень. Тут получай, что нет. Думаешь, мне жалко? Я тебе еще могу дать. Если надо, обращайся. Не донай только. Спасибо. На тебе. First Blood. Интересно. Наверное, все-таки я возьму себе тапочек. Принесу. Потому что сложно будет без тапка, наверное, против Макакича стоять. Пока что у него ничего нет. Но это пока. Гарантия зафармить крипчиков. Так, там руны нету. Рунки пока что нету. Можно стики себе взять как вариант. Так точно. Блин, он за руной пошел. Макака пошел за руной. А на тебе. О, реген, что ли, поднял? Да ладно. Как прикажете. Кровь на палубе. А на, получи. Я не жадный. Могу еще. Тебе пороху. Получай. Так, ты зарядил руку. Окей. Что дальше? Новый курс. А дальше он отрегенится. Как сильно, пока непонятно. Нет, на всех парусах. Отдай, на тебе. Засранец. Мансит. Ага, руна опять снизу. Да что ж такое-то, а? Все, мне с рунами вообще не везет. Разумеется. Так точно. Так, я его не вижу, я не знаю, где он. Как пожелай. Держи ухо.
кларетку меня сбил. Интересный парень. Конечно, очень странно, Макайкич, если честно. Это странно себя ведет. Но да ладно. Задумка. Какой у него левел вообще? А, чекнем всего левел. Пятый левел. Так. А, отлично. Мага сейчас забираем. Мне курьер нужен. Баунти Хунтера. Так, можно я баночку заберу, пожалуйста? Все, на Террор Блейда реюзаю. Как пожелаете. Ого. Вот это там агрессия. Так, у нас явно что-то с хардой не в порядке. Короче, я пушу линию. Не знаю, что еще мне остается делать. Я, в принципе, могу попробовать куда-то прийти, но мне еще рано выходить с линии, потому что у меня прокачка такая агрессивная. Конечно, попробовать можно помочь прийти куда-то. Но я не успел прийти. Я не успел. Куреныш. Так, это мульта, наверное, есть. Поэтому я бегу просто отсюда. Как пожелаете. Так, я пытаюсь убежать. Куда-нибудь убежать. Так, подожди, так мы еще подраться можем, походу. Или не можем? Можем или не можем? Ладно. Я отхожу в сторону. О, хорошая руна. В принципе, я могу вернуться и помочь им. Хватит видеть, блин. Четыре героя здесь. Как прикажете. А что? Что он там делает? Так, надо валить отсюда. Хорошая ульта. В скобочках нет. Я еще и Макахича убил. Вот это было сейчас жестко. Слушай, вот это прям вообще было жестко.
Прям мне понравилось. Компас укажет мне путь. Ладно, давайте возьмем все кристаллы для начала, для фарма, для разгона, а там потом дагерочек прикупим. Так, руна. Руна опять снизу спавнится, да что ж такое-то? Хорошая руна, я возьму. Гоу, Лего убивать. Блин, Пуш, зачем ты спалился, а? Ну это ж... Нельзя было подождать, а? Чуть-чуть. Прям чуть-чуть совсем. Так, ну, мы ее убили. Надо просто брать и пушить. Просто брать и пушить. Сейчас мы эту линию... Ой-ой-ой, ну это приятно, фарм. Плюс 40 к урону, конечно же. 40 к урону это немало. Так, есть небольшие проблемы в виде того, что мне нужно убегать отсюда. Пришли все, ладно. Пушить не получилось, но ничего. Сейчас не повезло, в следующий раз повезет. Как пожелай. Сложно. Там много милишников. Для меня это прям супер круто. Мы можем подраться. У меня есть ульта. Здесь макака. Там макака. Разумеется. 7-й левел. В таверночку. Мы все под кораблем, мы можем драться. Я не готов. А ну стоять. Хорошо. Вот и кунка начал работать. Хороший мидер. Пришел там, где была проблема. Помогли. А у Вайда все и так хорошо. У Вайда все и без меня было хорошо. Так что, в принципе, все отлично. Ну, теперь можно ими спушить. Там мы небольшой буст пацанам дали. Все, у нас 6-0, между прочим. Блин, я не достал. Так, хорошо. Торрент под максили. Ну, пора дагер покупать. Фиданул. Да отстань от меня, дурная вышка. Силы света укрепили свои сооружения. Вот вам Рея. Так, оу. Я не готов. Ну, не догоняю. Блин, не догоняю. Жалко. Привет, братан. Еще и крит прокнул прям вообще. Так в цвет это все произошло. Так. Пойдем на шайн. Ну что, делаем Дейдалус. В принципе, что. Нам нужны варды, правда, в игре. Всех парусах. Ой-ой-ой, я там не, походу не
А ну иди сюда. Это странец, он весь ушел. Пробил, кстати, я его вот здесь. Я не знаю, забрали ли там руну. Блин, опасно тратить, потому что меня могут встретить. Угу, руна есть, отлично. Сохраню на черный день. Так. Новый курс. Уэйд фармит, что там у Уэйда? Мелшторм собирает. Ладно. 15-я минута. Странно. Что маловато у него. Так, макак еще не обнаружен. Блин, а можешь я попробую убить кого-нибудь, а? Например, макаку. О, а здесь папич еще стоит в деревьях. Ёлки-палки. Разумно. А что он стоит? Что он ждет? Разумеется. Ну, он без блинка, и это уже хорошо. Как прикажете. Так. Только не ставь на меня, пожалуйста. Через... Кек. На всех парусах. Еще не время. Как пожелать. Вашу нижнюю башню атакуют. Жестко. В атаку. Вашу нижнюю башню атакуют. Зачем? Непонятно. Вашу нижнюю башню как пожелаете. Противник не может центральную башню. Найс! Так, чем его спасти? Чем его спасти? Пока непонятно, вроде живет. О, вот это я зря прыгнул. Так, команда вроде. Ни хрена себе, он его башит. Офигеть, вот это он его забашил в цвет. Как он это делает? Ладно. Опасно туда прыгать. Кто здесь? Блин, ну почему именно магические? Ладно. Так. Верхняя башня противника разрушена. Чёртов крип. Мне нужна руна. Ладно, я пошел за руной. Меняю галс. И доедал. Ой-ой-ой, хорошо. В бутылку, да в трюм. Так, мне, в принципе, на инвиз пофигу, он мне не нужен. А вот отрегенить ману. Как пожелаешь. Получай! Человек за бортом! Компас укажет мне путь. Самое обидное то, что мне не хотели лимит отдавать. Я с горем пополам его выпросил. И Войд. Войд хотел пойти в мид, он мне не давал мид. Войд. Ну, бывает и такое, да. Войд в мид. Это, конечно, имеет место быть, но, блин. Так, ну сейчас довольно опасно. Так точно. Ладно, пуш рядом. Ага, Bounty Hunter сгорел. Ясно. Наигрались. Армлет. Да нет. Вот это не... Подожди. Там же ульта у Террорблейда. Все верно.
Так, спушиваем еще один товар. Мне сколько нужно, чтобы на базу слетать? 75 и 50. Ага, мне пока что не хватает. Нужна руна. Пойду руна заберу. Там кура пролетала мимо руны. Надо было... Стопы. Что здесь? О, хорошо. Отлично, пойдем. На всех парусах. Пробовать что-то делать. Кстати, Боути Хантер вернулся. Как пожелай. Блин, нам варды нужны. О, террорблэйд купил. Нет в тебе пороху. Как прикажете. Где он? Я не готов. Вот он. Поплыли. Пока. Как прикажете. Подожди. Так, и этим мы тоже помогли. Хорошо. 3000 денег. Может, второй Дейдалус приобретать скоро. Я, в принципе, прокаст могу дать. Разочек. Чё, фантомка сама по себе вообще играет в этой игре? Хорошая попытка. Так, куржа проблемы. Кидаем туран под пажа. Ладно. Последний парень остался. Вот эта игра сумасшедшая вообще какая-то. Что происходит? Постоянно какой-то экшен. Прям вообще лютая хрень. 4400 денег на руках. Так, регенка. Регенка. Дота, дай реген. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Мне, в принципе, любая руна была бы хороша. Кто фидер? А. У них там срач пошел. Так, ну я, в принципе, захожу по этой стороне. Нам варды, варды немножко. Зачем такие варды? Ну ладно, вот этот, а вот, ну вот этот был лишний. Лучше. Лучше б вижен какой-нибудь полезный поставили. Так, я линию подпушил. Я готов драться. Дайте крипа ударить, блин. Не, ну игра получилась такая живая, конечно. Прям вообще жесткая.
Мы в трон, получается, можем идти. 24 минуты, офигеть. Ну все, противники сгорели. В принципе, можно заканчивать. Можно даже рапиру купить. Так, ну, мы под кораблем, между прочим, поэтому мы можем драться. Ты меня не пробьешь, братан. Ты меня не пробьешь. Небольшие проблемки теперь начинаются. Еще не время. Так, я валю. На всех парусах! Ай, да ладно, не попал. Обидно. Обидно, досадно. Ну ладно. Они до сих пор гонятся за ним. Блин. Фиданули. Фиданули, так фиданули. Так точно. Силы снизу. Так, что делать? Мне нужны крипы. Но крипов нету. Так, она за мной бежит до сих пор, да? Разумеется. Крипов не было. Так можно было бы попробовать Баунти Хантера пробить. Компас, так, я иду. А, ну за что? За что, братан? Мы ж нормально общались. Было бы, конечно, прикольно не отдать ни одного тавара, но там, походу, крипы его спушат. А нет. Как прикажете. А, у нас же одного уже нету. Блин, тогда ладно. Меняю галс. Так это можно продать. Можно продать, купить тревела. Ну и в принципе все. А, это мне не нужно. Топор нужен. Нет, не нужен. Возьмем вардов побольше. Новый курс. Бенч. Как пожелать. Хорошая попытка убежать, но неудачная. Че, все? Поиграли? О. Ладно, заканчиваем. Это было круто.